ко мне. Так. Что это? Телевизор, может, еще? Да, компьютер. Папа говорит, что такое ощущение, что по голове трактор проехался. Доброе утречко, всем привет. Всем привет. Ксюша без настроения, не хочет идти в школу. Ну так ты же придешь в обед. Учительница выздоровела. 2 дня Ксюша ходила только на 1 урок в школу. Все, сегодня полный учебный день. Хорошо было, да? Дезинфицируем ручки. С собой в школу надо брать. В школе ходят с такими? Да. На. Это чье? Это Маргарита? В школе никто еще не болеет? Каролина, обувайся. Только кашляют. Осторожно будьте. Каролиночка, давай. Давай, 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 обувайся, обувайся. Давай, давай, давай. 8 часов уже. Бонина. Бонина. Держи. Павлина или кто это? Страусом. Фламинго. Сегодня нет у тебя немецкого? Да. Есть? Уже тут написано. Когда? У нас так, литнина. Ага. И сегодня и спорт, и... Да. Хорошо, давай, обувайся. Вон там ботиночки внизу бери. Немецкий сегодня у Каролины. Угу. Вот, вот спорт твой. Ага. Обувайся, внизу твои ботинки. Маргарита уже ушла в школу сегодня, ей к 7:30. Вот такой, мама? Да, вот такой. Вот такие. Правильно, правильно. Все, пока. Давайте. Пока. Бонечка, ты нет, тебе нельзя. Будем кушать пиццу. Здесь вот половинку я сделала Максу, Каролине, здесь только сосиски. А здесь перчик, кукурузка и сыр. Тебе какую половинку? Вот эту? С перчиком и с кукурузкой? Давайте сейчас тогда Маргариту подождем. Привет. Леон. Нормально все, ничего она не плачет. Кто там тебе сказал? Мальчик. Мальчик. С йогуртом? Он не сладкий. Нет. Это йогурт Натур. Я знаю. Лучше с другим йогуртом или с творожком? Да. Нет. Там творожок есть. Где? Жарим оладушки. А вот. Уже пожарили. Такие вот оладушки нажарим сейчас. Придет папа. И будем кушать. Маргарита! Алло! Ваня! Это не Ваня, а Ваня! Она очень тяжелая. Она очень тяжелая. Слушай, она паштетик, да? И паштетик. Она паштетиком пахнет. Да. У нас такой гамачок висит теперь. Который в комнате у вас висел, да? А теперь здесь нельзя в комнату вешать. Да, девчонки хотят батут. А мы думаем, куда нам ставить его? Вон туда? Да. В угол? А если вылететь вон туда потом? Нет. Там сетка защитная должна быть. Потом я там тут выписаю. Ну хватит. Банюсь. Вонь. Покатать вас? Да, немножечко. Да, немножечко. Только сильно не надо, чтобы она не воткнулась в стенку. Я боюсь, я не хочу, чтобы... Знаешь, когда я когда-то я сидела, и потом я упала, и я прям на попу... Упала, и вот это вот мне на голову выпало. Но здесь она держится хорошо. Это там дома она держалась плохо. Знаешь, куда она села? Она не на это села, туда, где ноги, она так волнует. Нет. Макс и Каролина всегда туда садятся. Ну ты чё? Потом еще чай.
Телевизор, может, еще? Да, компьютер. Бонни. Вот так, футболист. Сяма, иди сюда ко мне. Будешь отдыхать? Ага. Тебе в школу надо? Нет. Я вот эту тоже масочку пробовала, она очень хорошая. Да. Пусть у нее вообще лицо такое мягкое, гладкое, пушистое. А вон там лучше. Какая? Эту я не пробовала, надо попробовать. Йогурт? Антистресс. Это антистресс. Знаешь, почему антистресс? Потому что когда ты так вот делаешь, тогда у тебя становится какая-то холодная. Антистресс. Она у тебя стресс убирает? Ай, как вкусно пахнет. Обалденно. Всю 4? Вот тут. Не, получается вот так вот и ну, вот так. Ну, не такие вот. Большие. Нет, небольшие. Я хочу маленькие сделать. Ну, не совсем маленькие, нормальные. Тут 3, с этой стороны 3, с этой стороны 3. Ну, как ты делаешь? Ну, как я тебя делала. Ну, там не только 3. Осторожно. Ты какая-то рыжая теперь. Какая она рыжая? Идите. Рыжая. Это? Нет, она мягкая сильно. Да. Ты вот так вот наносишь. Готово. Майя, слышишь, цвейник. Ты заблудилась, что ли? А, Ванюшечка? Тебе тоже косички заплести? Я не хочу уже, я уже только съела. Сколько? Я уже штук 10, наверное, съела. Такая косичка получилась одна. Зелененькая. Вот. Лук. Одна осталась косичка. Папа говорит, что такое ощущение, что по голове трактор проехался. И засеял семена. Посеял. Смотри, как странно. Ну, сколько ты будешь так ходить? Не знаю, неделю. Неделю? Думаешь, не будет распускаться? Нет. Может, лаком побрызгать? Да. А у нас лака нет. Мам! Все, Бонни помыла полы, да? Давай еще. Ты оставь ее, она сама. Когда разлил йогурт на пол, и есть кому помыть. На помощь пришла. Помыть полы. Все? Конечно, не идеально чисто, придется мыть по-любому. Мне нравится шоколад. А нет, вылизывает дальше. Так. Я решила сделать небольшую перестановку у Макса с Каролиной. И заодно перебрать игрушки. Все перемешанное, непонятно, что где лежит. Тут и машинки, и Каролины. Пупсы разные, тут тоже машинки, там куклы, там, в общем. Все нужно убрать. Ты мне помогать будешь, Ксюнь? Убери вон ту Машу. Машу камня. Так. Ай-яй-яй, тут слайм засохший. Ну что, ребят, вот такая вот комнатка получилась. Там нужно вещи в стирку убрать, грязные. И мне кажется, стало лучше и больше места. А! Вот здесь вот кроватка. Светильничек. Игрушки. Нравится тебе комната новая? Девчонки увидят, наверное, захотят у себя перестановку сделать. У нас это болезнь семейная, наверное. Я всегда любила переставлять. Мама моя любила переставлять мебель. Я переставляю теперь. Вот. Здесь будет выдвигаться кроватка. И как раз вот так вот она поместится. Вот как раз до коврика. Да, Макс? Нравится? Давай, убирай ножку. Кроватку задвинем. Вот. Игрушки здесь. Еще нужно светильнички повесить. Тут я батарейки вставила. Какой-то единорожка будет. Поменяли? Проблем не было? Нет. Ну хорошо. Сколько метров? 3.
3 метра 5 сантиметров, 305 сантиметров. Мама, мы и высота 235 сантиметров. Мы это увидели, он такой большой есть. Ты знаешь, да. Какой большой 4 метра? 4 метра вообще огромный. Вот этот вот очень огромный. Он там стоял в магазине метра. Он вот такой вот. И это очень. А у Лены, наверное, 4 метра. Я не знаю. Пони, фу! А зачем ты открываешь? Что, папа, собирать что ли? Или он инструкцию хочет посмотреть? Папа хаск фонда. И когда будете делать завтра? Сейчас. Сейчас нет, потому что дождь. И завтра будет дождь. А вот в среду, в четверг, в пятницу будет хорошая погода. Бонь, а ты что здесь делаешь? Заблудилась что ли? Давай. Выключай. До свидания. Спать. На бочок. А, нужно приветы передать. Так, сигны мы уже сделали. Теперь нужно приветики передать. Сейчас я найду имена. В ВК есть у нас группа. Ведут девчонки группу. И там выиграли. Знаешь, еще когда выиграли? Адвент-календарь, когда еще был в декабре. Представь себе, сейчас уже март. Так что, девчонки, мы немножко задержались. Здесь. Так, приветик передаем. Ну что, привет передаем Алине Вечерку. Привет. Привет. София Балахова и Анастасия Сушенцова. Приветики передали? Ладно, теперь мы спать. Всем спокойной ночи, ребят. Все, пока. Спокойной ночи. Пока. Спокойной ночи.